В Апатитской детско-юношеской библиотеке команды из 8 школ города вышли на ринг – брейн-ринг. В популярной интеллектуальной игре точность ответов на непростые вопросы оценивали главный детский библиограф города, председатель городской территориальной избирательной комиссии и глава Апатитов. Состав жюри серьезный. Тема тоже. Кто оказался прав, отвечая на вопросы о праве? Ответ на этот вопрос знает Евгения Туинова. Брейн-ринг – игра серьезная. К участию в ней школьники вместе с учителями готовились целый месяц. Не меньше времени на разработку вопроса понадобилось и организаторам интеллектуального сражения. Все они посвящены развитию парламентаризма в России и конституционному праву. В этом году, как известно, будут выборы в Государственную Думу. И сегодняшняя игра как раз будет посвящена и Государственной Думе Российской Федерации, а также изменениям, внесенным в Конституцию в 2020 году. Назовите председателя Государственной Думы Российской Федерации. Время, которое функционирует сейчас. Володин. Правильно. Пятая школа, 1 балл. Для участников брейн-ринга эта тема игры стала хорошей возможностью изучить изменения, внесенные в Конституцию Российской Федерации. Ведь многих из ребят ждут ЕГЭ по обществознанию, в которых будут вопросы права. Победа в игре не дает дополнительных баллов при поступлении в ВУЗ, но, мотивируя глубокому изучению важного предмета и проверке знаний, значительно увеличивает шансы стать студентом. Такие игры, они позволяют проверить свои знания. До ЕГЭ остается совсем мало, 2 месяца, а информации много. Поэтому хотелось бы себя потренировать, посмотреть, что ты помнишь. В целом очень интересует эта игра, потому как мы здесь собираемся командой с ребятами, одноклассниками, проверяем свои возможности, умения, ну и в целом знания. Глава города Алексей Гилеров отметил высокий уровень знаний участников. Но главное – интерес к школьникам к теме сколь важной, столь и серьезной. Стремление учиться должно быть всегда. И должна быть мотивация. Правильно? Должен быть мотив. Мотив поступить в институт. Мотив хорошо закончить школу. Мотив участвовать на олимпиадах. Вот когда ты участвуешь на олимпиадах, ты четко понимаешь, что ты стоишь. Это идет самооценка. Больше правильных ответов по результатам интеллектуальных баталий было у команды 15-й школы. На втором месте финишировала 14-я. А замкнули тройку лидеров игроки школы номер 6.